Идею для вайна бы придумал, но сам вайн бы не снял. В принципе, что-то такое эмоционально заденет меня, если там, не знаю. Ну, я на хатику плакал. Из последних это не положено. Она прям взорвала. На экспо там охранник не хотел пускать, там докопался до камеры, говорил, не положено. Там сделали вайн, типа, капелька власти. Капелька власти, что-то сносит башку. Вот. Безответственность. Я не люблю, когда люди берут на себя какую-то ответственность и потом не выполняют. Я сам этим страдаю, и она меня бесит самого страшно. Эй, Жека Донер Хаус. Ну, не знаю. Хлеб, там что-нибудь базовое. Я такой очень приземленный человек. В семье? Точно не снимаю вайны. Дома с близкими. О, летать. Летать. Я всегда хочу. Прям летать, это было круто. Один раз однокласснику камень на голову упал. Я как бы за него переживал. На Тургенском водопаде. Это было в 5 классе. Но еще я переживал, когда первый раз на сцену выходил во время КВН. Я, в принципе, ни о чем не жалею. Я иногда бываю, я просто футболом занимался. Я всегда думаю, может, надо было футболистом стать. Ну, а потом я вспоминаю, что я вайнер, и меня все устраивает. Здоровая семья, улыбки на их лицах, любимые люди рядом. Моя девушка мне сильно помогает, друзья, окружение. Я командный игрок. Когда у меня есть рядом моя команда, мы садимся, у нас есть доска, мы начинаем расписывать, разгонять идеи. Ну и зависит тоже, если это юмор, то да, в команде. Если что-то более такое национальное, творческое, то я еду ночью в машине, включаю казахскую музыку, просто по Аль-Фараби еду, и мне всегда какие-то новые идеи приходят. У меня есть страх, что люди подумают, что я боюсь. Я ради вайна один раз я упал со второго терадосок плазы. Да, ну случайно, конечно, но было больно. Поведение них там, друзей моих каких-нибудь. Но Жека Фатбелли меня всегда искренне смешит. Я так смеюсь, вот прям действительно душевно я смеюсь, когда Жека шутит, вот действительно. Угу. Такая энергетика, что ты по-любому смеешься. Больше всего я кайфую от творчества. А я вообще только бы не ел, не пил, не спал бы, творчеством занимался. Да мне просто нужно вот эту внутреннюю энергию куда-то выпускать. Если я не делаю что-то творческое, все, это просто... Final.